Сегодня снег шел не так интенсивно, поэтому работа коммунальников стала заметнее. Дороги стали шире, а под колесами автомобилей почувствовался асфальт. Уборка снега не прекращается уже несколько суток. И если раньше техника едва успевала расчищать проезжие части, то погода сегодня позволила коммунальникам даже вывозить снег за город на специальный полигон. Вывозим ночью снег, он опять валит, мы опять вывозим. Они работают круглосуточно, бессменно. Тяжело выдержать, но мы выдерживаем. Пешеходам пока везет меньше, чем автомобилистам, но работа ведется. Зато снегоуборочная техника добралась до переулков и отдаленных от центральных улиц. Очень поступают жалобы уже к нам с частного сектора, где технику тяжелую загнать тяжело, а снега выпало много. И легкая техника в виде наших тракторов, она не пробивается. Характерный случай вчера был, мы чистили подъемы на Фрунзе 125, 135 и так далее по этим переулкам. Чистили, и они, у нас техника еле вылезла отсюда. К уборке снега подключаются сторонние организации. Не перестают коммунальники просить помощи и у мазырян. Все еще проблемной темой остается расчистка дворов. По принципу «не помогаете, значит не мешайте» коммунальные службы просят не оставлять личное транспортное средство на ночь на обочине. Илона Шавловская, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».